Более 400 тысяч цветов в этом году появится на клумбах города. Горожан порадуют привычные глазу цветы, такие как бегония, розы и бархатцы. Высаживать цветы начнут уже в конце мая, начале июня. Тепличный комплекс дирекции благоустройства города в селе Высокое Рыбновского района насчитывает 12 секций, которые работают круглогодично. В первую очередь были посеяны семена бархотки, цинерарии, целозии. В ближайшее время будем сажать петунию, агератум. Также началось черенкование колиуса, и резинии, герани и бегонии. Проведена обрезка роз. Розы в этом году поедут на подсадку к уже растущим розам. Это на Московское шоссе и на улицу Ленина. В этом году на клумбах нашего города будут и новые цветы. Например, виола. Или по-другому анютины глазки. Большая часть используемых семян собрана с городских клумб. Главный агроном дирекции благоустройства города Дарья Макарова говорит, что сейчас посев уже завершен и идет активная фаза ухода за цветами. На данный момент уходные работы за цветами состоят из полива, прополки, обработки от вредителей и болезней и подкормок. В этом году планируется новая клумба на кругу у Европы. Дизайн-проект пока что находится в разработке. Первыми на городских клумбах зацветут многолетники. Осенью сотрудники дирекции благоустройства города уже посадили тюльпаны самых разных цветов, которые будут радовать глаз горожан. Герман Гущин, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».